Всем привет, мои любимые девчоночки, с вами снова я, Аня. Сегодня я покажу вам, расскажу даже о этих трех вещах, что это такое, как их использовать и зачем. Ну и начну с вот этой вот штуки. Что же это такое? Купила я ее вчера, не стала я показывать это видео о покупках, и я решила вот пока что показать в этом видео, что это такое. Стоило это всего лишь 1400 рублей. И это типа как корректор для век, глаз. Ну, то есть под глаза, под веки. И как это использовать? Перед тем, как эту штучку использовать, вам понадобится резинка. Любую резинку. Так. Потом заколочку. Но я просто видела себе заколочки. А у вас бозовый. Вот, да, и все. Эта штучка начинаем мазать. Открывается нам завтра. Это вот такой значок. Открывается нам завтра. И она выходит. Чтобы не болели. Мажем мы сначала. Вот сюда. Перед тем, как нанести макияж. Далее. Вот здесь-то. Так. Как бы все. И все, и наносите легко макияж, и не будет макияж слетать, и полезно для глаз. Далее расскажу о этих вот двух штучках. Что это такое, как это использовать. Вы видели это покупка. Вот эту вот штучку наносить очень легко. Вам понадобится даже такие резинка заколочка и влажные салфетки. Ну или простые салфетки, не влажные. Так. Значит, убираю челку. Раскрываю, беру салфетку, и складываю, мне ее придется вот так смотреть. Вот. Это здесь для бровей и не только. Плавными движениями руки мы намазываем наш гель по равномерности лица. То есть, так. Использую его не весь. Потому что мне я уже хочет его, потому что я без него никуда. Так, посидели 15 минут, ну или минут 10-5, вот так. Ну я сижу всегда 15, вот по теле, хожу за компом. Когда прошло 15 минут, берем салфетку, влажно, без разницы. Так, обязательно нужно пытаться. Также равномерно сглаживаем все с лица. Чтобы хорошо все было, чтобы. И все. После этого мы протираем лицо. Любой салфеткой, не знаю какой. И начинаем вот этим. Также посидели, после этого опять же таки сглаживаем и все. Так, расчесываем бровки нашей расчесочкой специальной кисточкой,
Обязательно против. Вот так против не надо, потому что они у вас опять так же будут засоряться и все, короче, будут очками. Вот так. По нашей линии. Все. И вот такие вот теперь вот. Ну что ж, это было все. Попытаюсь ставить пальчик вверх, если вы смотрите. И пишите ваши позитивные комментарии. Всем привет, всем пока.